А вы тоже по-русски говорите? Что? Не говорите? Ну, спасибо, знаете. Азербайджан. А, вы из Азербайджана? Азербайджан. Турки мало. Турки, Азербайджан. Российский блогер Илья Варламов побывал в Афганистане и подготовил двухчасовой репортаж об этой стране. Блогер, путешествуя по городу, общается с местными жителями и изучает общественное настроение. Одним из интересных моментов сюжета стал разговор блогера с азербайджанцем в Кабуле. А вы ходите на курсы русского языка? Да. Это русский язык. Мы говорим по-русски. Супер. В общем, теперь местная милиция. Bizi yerli polis müşahede edecek, tehlikesizliğimizi temin etmek için. Çünkü her şey olabilir. Может случиться, может всякое. Согласно данным 1996 года, азербайджанцы Кызылбаши составляют 1% от 24-миллионного населения Афганистана. Они живут в основном в Кабуле, Газни и Кандагаре. Эти люди также известны как афшары, говорят на диалекте азербайджанского языка. Азербайджанцы Кызылбаши наряду с представителями других национальных меньшинств упоминаются в современном гимне Афганистана. Афганские кызылбаши делятся на несколько групп – афшары, джаванширы и муратханы, а также баяты, шахсевены и шамла, ансарлу и шахага. Джаванширы происходят из шуши и составляют большую часть кызылбаши. Представитель азербайджанской диаспоры в Афганистане Фарид Шабампур в одном из интервью отметил, что около 16 тысяч этнических азербайджанцев проживают в Герате, третьем по величине городе Афганистана. По местным данным, в Афганистане проживает около 50 тысяч этнических азербайджанцев, которых называют кызылбаши. Напомним, что кызылбаши и другие азербайджанцы в Афганистане жили еще с 18 века. Они сохранили свой язык и обычаи. А вы тоже по-русски говорите? Что? Не говорите? Ну, спасибо, знаете. Азербайджан. А, вы из Азербайджана? Азербайджан. Турки мало. Турки, Азербайджан.